что на территории Киево-Печерской лавры произошел пожар. Огонь охватил двухэтажное здание, которое относится к заповеднику. Сам монастырь не пострадал. Тушение продолжается. Площадь пожара около 200 квадратных метров. Огонь уже перекинулся на крышу. Сообщение о возгорании поступило спасателям 2 часа назад. На месте работают около 40 пожарных и 11 единиц спецтехники.